Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашем канале. Сегодня в нашем видеообзоре мы вам представляем омолаживающие стильные стрижки для женщин 50-60-70+. Досмотрите, пожалуйста, обзор до конца, и, возможно, даже вы присмотрите себе самую потрясающую модную стрижку. Каждая женщина хочет выглядеть всегда молодой и привлекательной, даже если она переступила порог 50-60-70 лет. Это обычное желание любой представительницы женского пола. Если молодой девушке достаточно сделать простой хвостик с чистыми волосами, то дамам за 50-60-70 нужно чуть больше усилий для того, чтобы выглядеть женственно и неотразимо. Все больше женщин делают выбор в пользу омолаживающих стрижек. Сегодня в нашем видеообзоре мы вам представляем омолаживающие стрижки. Важно подчеркнуть преимущества и особенности возраста, но при этом не выглядеть нелепо и не по своему статусу. Внимание стоит уделить многим аспектам, как форме прически, так и будущему цвету волос. Большое количество вариаций стрижек сегодня предлагают мастера, являются универсальными стрижками, которые идеально смотрятся на женщинах 50-60-70+. Для полных дам специалисты рекомендуют стрижки на средние и короткие волосы. Это может быть классическая каре, популярный каскад на средние волосы или короткий и удлиненный боб. Не стоит при этом максимально увеличивать объем волос при укладке. Если они у вас тонкие, стрижка добавит объема. Если слишком густые, добавить легкости прически. Кроме того, стрижки можно украсить косой, рваной, удлиненной, прямой или асимметричной челкой, что сделает ваш образ еще более привлекательнее и заманчивее, тем самым омолодит вас на десяток лет. Омолаживающая стрижка каре. Чтобы достичь необходимого результата, обратитесь к асимметричному, градуированному или удлиненному вариантов этой стрижки. Наиболее выгодное каре смотрится в сочетании с оригинальной челкой. Стрижка выглядит великолепно на совершенно прямых волосах. Соблюдая все рекомендации опытных стилистов по поводу прически, вы всегда будете выглядеть безупречно. Завершите образ подходящим нарядом, и успех вам обеспечен. Не забудьте о том, что дополнительный бонус ей могут придать модные окрашивания в стиле балаяж или софт амбре, а также стильная небрежная укладка, которая добавит образу романтичности. Омолаживающая стрижка пикси для любительниц коротких стрижек – прекрасный вариант создания современного и динамичного образа. Стрижка прекрасно подходит всем. Она передает ощущение легкости и молодости. Также она отлично подойдет тем, у кого полное или круглое лицо, придавая овалу утонченную форму. Современные омолаживающие стрижки с интригующими акцентами в виде неровных срезов, слоев, рваных прядей и асимметрии в тренде предстоящего сезона. Они сделают ваш облик задорным и молодым, подчеркивая вашу индивидуальность. Уникальность образа – заслуга самой женщины. Поэтому к выбору прически стоит отнестись с максимальной долей ответственности. Ваша внешность – плод ваших трудов над красотой и молодостью. Все женщины всегда желают выглядеть молодо, даже если исполнилось 60 или 70. Можно иметь моложавую и привлекательную внешность. Несмотря на то, что стрижек, которые омолаживают после 60, не так уж и много, все же продлить молодость с помощью омолаживающей стрижки или прически возможно абсолютно каждой. Дорогие женщины, сколько бы вам ни было лет, 40, 50, 60, 70, вы будете всегда прекрасны.
Просто не забывайте о себе любимой. Любите себя, заботьтесь о себе, покупайте наряды, улыбайтесь чаще, радуйтесь жизни, ведь жизнь она одна. Надеемся, что видеообзор был вам полезен. Лучшая благодарность от вас – это подписаться на канал, поставить лайк и поделиться роликом с друзьями и родными. Благодарим вас, что досмотрели наш видеообзор до конца. До новых встреч!